Thank you.
Дрогнет сердце, испуганной птицы. Только в доме огонь погаси, принеси мне, хозяйка водицы, умоляю тебя, принеси. Ах, и спать бы молиться, но услышишь, как я молю. Принеси мне, солдатка, напиться, шашку смерть удалю. Пусто место мое на погосте, не ищи за собой вины. Что ж ты ждешь, какого гостя? Черный тополь в канун Радуницы. Черный тополь в канун Радуницы рвет корнями земную кору, рвет корнями земную кору. Довольно необычно. И в этом году мне довелось быть в командировке в Израиле. Я работал в Иерусалиме целый месяц. И, естественно, не посетить святые места. Вот в одном из таких мест, это Гефсиманский сад, есть русский монастырь Марии Магдалины. Там служат наши монахини из России. И вот я поделился впечатлениями с поэтом Еленой Крылой на прошлом концерте первой песни. Кто-то был и помнит. Я очень трепетно отношусь к творчеству этого человека. И вот я ей рассказывал о своих впечатлениях, а она написала по их мотивам стихи, которые посвятила монахиням русской Гефсимании. Где-то плачет ива, да не где-нибудь, а вот она, как и прежде, в речку молчалива, словно девица печальная. Налетит игриво, русы косы день растрепав, что-то шепчет, а наш стыдливо головой склоненной к дереву припав, ждет лишь одного. Спасибо.
плавучи ивы. Вьется грусть безропотно чиста, видится та древняя олива в отражении милом этого куста. И молитва слышится Христа. Ты и там от бедности заслоняешь.